и через неопределенное количество дней в лесу, когда еды совсем не осталось, ты понимаешь, что придется становиться сыроедом. Немножко земелька отдает. Но в целом. А мясо есть? Ну. Червь есть? Не мясо, но калории точно есть. Поэтому, если вам нужен будет урок на выживание, обращайтесь. Чё? Чё, я лезу. Давай, я тебя жду. Неправильно полез. Так я бы тоже так залезла лучше. Я вижу все, вижу. Че? Подожди. Куда, туда? Да, да, вниз. Видосы. На, портфельчик свой. Подержись. Тогда, блин. Тогда они тебя съедят, что? А? Сейчас. Крысы, наверное, тоже здесь? Да, и крысы, и мыши. Тарантулы. Ой, смотри, тут народ, кстати, лазит. Я там думаю, какой-нибудь дом шпейца точно нет. Нет, тут никого нет. Опа. О, скользишь сюда, ногой упираешься. Я поняла. Надеюсь, ты не... Ну как тебе залаз? Так себе. Что не? Бывало и хуже. Да, это еще только цветочки. Смысл? Так. Что? Сейчас, как я вспомню все. Это стоматит, это все. Сюда даже нарастает. Нет, это не грибы. Идем ко мне, дружненько. По дощечкам осторожно. Держи телефон. Так. Объясняю, смотри внимательно. Ставим ногу сюда. Не, мне можешь не объяснять. Ну, я блин, скучусь. Тут не так. Короче, здесь на канатах есть петелька. Вторую ногу туда ставим. Там вон можешь показать петельку. Угу. Видишь? Угу. У меня нога стоит, все. Угу. На петельке. Оп. Сначала ногу туда ставь. Короче, просто распустить. Нет, не так. Не ту ногу. Кому как удобно. Ну так-то да, ну. На не оборвется? Нет. Нет, еще такая веревка. Сюда тянись, второй ногой. Я не смогу. Держись за веревку, отпускай сверху. Тяни сюда ногой. Все. Мне вещи жалко. Проходи туда. Сюда,
Блин, ну как-то странно. Ну ладно, кому как удобно, действительно. Ну. Переходим на эту штуку. Че? Куда мы? Да? Да. Да. А? Конечно. Все тем же путем. Ну и смотри, туда коридорище. Туда коридорище. Куда идем? Вправо, влево? Все равно. Э? Мне все равно. Главное, что я уже могу снять перчатку и фотографировать. Пошли ты туда. Ну вот я смотрю, первый экспонат. Тут, кстати, где-то даже была бирка, я не помню. Вон тут. Актиболанге. Дизель. Прикинь, он поршень только лежит один. Маховик такой был, или я не знаю, что это. А? Туда даже не думаю. В смысле даже не думаю, куда? Такая вообще махина просто. Нам дальше? Нет, там все. Прохода? Да. Здесь где-то, кстати, снаряды есть. Я хочу вот именно их пофоткать. Обязательно. Но там не прямо целиковые. Понятно, делаю. Так. Видишь, это как бы, ну, уходя, короче, взорвали это все. Ну, они даже до конца разрушить не смогли. Вон тут была цивилизация. Даже баночка пива сейчас стоит пустая. Так что народ тут ходит. Да, и всегда под ноги смотреть. На всякий случай. Куда наступаете? Че ты там раскорячиваешься? Такие тюбинги металлические. Что, ты хочешь поделиться впечатлениями или потом? Я в Крис. Я думаю, как обратно вернуть. Да ну поверь, так точно так же, как и пришли. Что меня беспокоит? Оп. Это не мое. Блин. Тут лето! Что там? Выше летучие! А где летать? А где летать? Так, только вот смотрите, вот сюда вот, не, ну, тут вон железо, типа лестница, не надо на нее наступать, лучше перешагнуть с камня. Думаешь? Ну что с ней не так? Так. Ай, ножка. Блин, откуда здесь летучая мышь? Тоже там есть?
Но здесь как бы... все, да. Чё ты? Мыша испугалась? Так она в волосы вобьётся. Не. Не боишься. Мышь, ты заблудился. Она сама тебя боится. Здесь как бы эта часть все. Чего ты? Все, больше не хватит. В смысле, мы только половину прошли. Нам сейчас вернуться и идти во вторую часть. Дальше там нет хора? А? Нет. Вперед нет уже? Нет. Точно? Не бросайте меня. Бежим? Вы же понимаете. Точно, точно, я тебе говорю. Я увижу. Так, ладно, я пока тормозну видосик. Ну-ка, скажи коронную фразу, Володя. Давай, встань на руинах. Да я нифига не вижу, мне в лицо свечу. Да куда ты? Ты-то не... Давай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Все, так, продолжим с другой части, выберемся обратно и продолжим. Есть. Так. Тирин-тин-тин. Оп. Вот, запоминайте, это выход, кстати, был. О. Все. Подальше. Прощайте. Антон, не свети фонарем. Повесь на другую сторону. Да не свети сюда. Падла, я говорю, не свети, он наоборот светит. Куда? Я говорю, не свети. Падла. Ладно. Глухой. Я ему говорю, не свети, он наоборот светит. Так а ты не сказал, куда не светить? На тебя, ну, куда? Конечно, я фоткаю уже. Сейчас я их дождусь на другом конце. Под ноги смотреть. Так. Сейчас их дождусь, посмотрим, как они тут полезут. Но, как правильно залазить? Телефон придется убрать в карман, Володь. Как удобнее. Нет. Кто нет? По краю. Конечно. По краю ступенек. Ну, потому что это более безопасно. Да. Там они, ну, более... Более устойчивые. Ну, вообще тут направо там есть. Там есть проход? Да. Отлично. Есть, есть. Отлично. Тут я не знаю, тут что-то либо походу склады какие-то были. Жишь, ну, как бы еще остатки ящиков. Ты нормально под ноги ставим фонарем пути? А? Я слушаю, там где-то есть. Кто где есть? Там. Нет там никого? Три фрица там. Ты можешь дойти... Бля, а что ты кричишь? До конца, но там ничего нет. А это что? Хочешь сосульку сору? Пососать? О, у тебя баллончик с собой, если что? Да, да. А где он дальше? Он, смотри, какие штучки. Тут у нас видеооператор, а я фотограф. Мне фотографии нужны.
все страшно. Он шканарь. О, нары. На нарах, на нарах, на нарах. Блин. Эй. Так. Там тоже есть. А? Там тоже надо. Не то. А, вот тут вот снаряды. Ну как бы это сами эти. Ну вот, короче, смотри, кусок, то есть кто-то отколол вообще. Его даже не сдвинуть с места, мы вдвоем пытались. И вон тут, как бы, смотри, вон еще. Сам наконечник. Прикинь, он отколот. Прикинь, какие, Вася, подавай патроны. И там вон еще, он один тоже торчит, смотри. О, вот это, слышишь? Самое интересное не показал. Чё? Вот этот. Ты вот это хотел? Нет. Вот еще, вот смотри, я тоже такой просто, но... Вова, подай патрон. А, это не надо. А? Можешь вернуться на завтра? На завтра. Ну и все. Все? Да? Все? Да? Я только вошла. А? Ура. Блин, я помню, где-то тут еще была комнатка, но вот где? Я видел, у вас на полках там был один небольшой снаряд. Нет, тут не тут. Нет, точно. Не здесь. А, так это еще не все. Где вы там? Идем. Идем. Я буду светить. Ты же сама сказала, что кого? Вошла во вкус. Ну, что так мало? Я не ради 2 минут терпела паром. Так ты же сначала не хотел. Пришлось. Заставили. А там что? Ну, как бы уже надо все обойти. Не, вот там. А, здесь ничего. Туда дальше идем. Да? Да. В принципе, можешь аккуратно идти, под ноги смотреть, куда наступаешь.
Но тут проще, чем в шахте. Тут можно за стены держаться. Так, куда идти? А? Тут некуда. Ну, вот, тут где-то тоже снаряд. Вон, да, какие-то. Где? Вот эти ты говорил? Нет, ну ладно. Мне очки запотели. Ну и чё? Как бы... Ничего не бачим. А? Ничего не бачим. Сними! Покажись. Главное не сломать, у меня запасных пока нет. А? Окуляры, говорю, пока не сломать, у меня запасных пока нет. Ну, так-то место интересное. Правда, мало сохрана. Ну, как бы. Ходов не так много, как хотелось бы. Я тебе скажу, как бы в Петрухе вообще как бы мало сохрана. Ну да. Тут он какой-никакой. А тебе как? Маловато будет. А что, это не задать? Попробуй. Кого? Поднять хочешь? Да. Все, погнали. Что там? Склад с боеприпасами. Хотел скрыть, самое интересное. Антон, посвети. Да я могу подвинуться. Посвети. Пролезь ты туда. Туда можно залезть? Да. Можно. Я хотел как можно меньше испачкаться, чтобы не переодеваться. Ты себя не видел сзади. Да. Весь в глине. Держи. А там дальше ход должен быть еще. Нет. Как это нет? Я же вижу. Там завалена вся. Ну как бы там есть лестница еще. Там. Да. Значит, выше тоже что-то есть. Ну что там завис? Сейчас пролезь. А? Пролезь. Я там. Ой. Это довольно. Не знаю, под низом, может быть, там и есть ход. Мне неудобно лезть одному. Подземный человек выбрался наружу. Я только хотел это сделать.
так вот мы отдыхаем вдали от цивилизации. Это было снято до того, как продукты все закончились. Мы ели грибы.